Дорогие друзья, всем здравствуйте. Вчера у меня не было новых роликов про мой второй аккаунт. Если кто не в курсе, это мой проект, на котором я не доначу ни копейки, развиваюсь абсолютно без доната. И вот мне интересно, как быстро я смогу выбить всех бойцов и как быстро я смогу пройти весь вот этот путь к славе. 14,5 тысяч кубков, как быстро я апну. Если ты вдруг на канале впервые, тебе интересен этот проект, посмотреть, насколько я смогу быстро прокачаться без доната, прямо сейчас проверь подписку на канал. Если у тебя была красненькая кнопочка, то нажимай на нее, сделай ее серой. А если я уже был подписан, то обязательно влепи лайкос. Значит, друзья, сегодня я, скорее всего, прокачаю второго персонажа, точнее, апну на 20 ранг. Это Нита. Первый мой персонаж была Шелли. На самом деле, Ниту я еще вчера и позавчера хотел апать, но вот, видите, немножко темы сместились, поэтому пришлось перенести этот момент. Также я уже немножечко прокачал БК 300 кубков. У нас сейчас карта потасовка в Рокоуле. Вот, ну, короче, тут хз. Метатели тащат в основном, в принципе, и примата можно играть, но у меня его пока что нету. Вот, ну, короче, хз, посмотрим. Честно, не очень на этой карте мне нравится играть. Ждем следующие мапы и, надеюсь, будет все гораздо круче. Вы не одобрили мой, не знаю, прогресс на Шелли за один день 500 кубков. Видите ли, я из-за того, что я играл в дуо. Вот, сегодня буду играть, апать Ниту в соло. Но я хочу вам просто показать разницу дуо, катки и соло. И доказать вам то, что соло это анскильная херня. И тут нет ничего интересного играть в соло. Не, ну как бы на вкус и цвет все фломастеры разные, но все равно я не считаю, что соло это какая-то скиллуха. Как вы мне писали, мол, не играй в дуо, тебя там бустит твой напарник. Так вот я вам покажу, что бустит в соло вас. Хотя карта далеко не для Ниты, вот серьезно. Вообще само по себе ШД это анскильное говно на самом деле. Если уж разговаривать про более скилловые катки и про киберспорт уже, да, то это 3 на 3. Но, вы знаете, я не того уровня игрок, я вот такой среднячок, может чуть ниже среднего. Ну, что поделать, такой вот я. В общем, друзья, поставьте лайк, подпишитесь и надеюсь, что я сейчас подниму эти 30 трофеев на Ните. Рекламная пауза по традиции и начинаем. Соло. Значит, соло сложнее только тем, что тебя могут закрысить. Вот вся причина соло. Тебя могут закрысить и могут зажать несправедливо. Оп-оп-оп-оп-оп-оп-оп-оп. Ой-ой-ой! Некрасиво, некрасиво. Куда она автоатаковала? Куда? Почему она в стенку проатаковала? Если бы я не автотачил, я бы кольта убил. Да. Первая катка блинкомом. Я ничего вырезать не буду. Вот пускай все остается так же. Я все равно апну 500. Все, я собрался, поехали. Ну это автоатака, ребят. Это привычка автоатачить, блин. Меня погубил. Опять кольт. Ну все, сейчас вынесу его нахер. Хотя кольт мне больше урона наносит, видите, да? Хилимся. О, он ушел. Блин, если бы я не проавтоатаковал последний удар, я бы вынес кольта. Мой фейл. Так вот, по поводу соло, да. То есть, тут иногда не решает скилл. Тут вот с кем затимишься, да. Вот, точнее, вот затимился. И классно, и вот выжидаешь, когда кого-то убьют. Но если тебя в тиму не взяли, все, ты хоть скилловый, хоть не скилловый, ты просто будешь изгоем на карте поединке, и тебя, естественно, убьют. Неважно каким. Не, ну, не важно каким, но я имею в виду, что, блин, там тебе твой скилл не зарешает. Поэтому я не считаю соло скилловым режимом. Хотя, иногда интересно поиграть. Все зависит от того, на каком персонаже. Ну, тут же есть кто-то, или я не пойму. Или нету никого. Уже, наверное, нету. Хотя сейчас 500 кубков несложно апать. Ну, кстати, слушайте, никто не тимится. Честно, я немножко удивлен. Ну и круто, не тимится, и все, играем каждый сам за себя, все честно. Я даже рад, что я ошибался. Пускай я лучше буду ошибаться, чем буду прав, что все гады тут тимятся и... Ну это чуть повыше, это сейчас 500 кубков просто уже не считается высокими трофеями. Сейчас уже и 1000 как бы не считается скилловым каким-то достижением. Так. Блин, остался Бул, Шелли. Это плохо. Надо на мишку набить. Так, ну тут, я думаю... Где там Бул? Тихо, пошла вон. Все, у меня медведь есть. У меня есть медведь. Опа, кольт вышел из норы.
Я не буду с тобой тимиться. Антитиминг. 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 Нет, Шелли, Шелли, Шелли. Давай, давай. Ну чё ты, Шелли, блин, алё. Чё такая? Нет, 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 только не ульта. Ну блин, она на хилке. Ультанула, найс. Я топ-1 должен... Все, вот это реабилитация, блин, мгновенная. Плюс 5 кубков. Найс! Поехали дальше. Первая катка, конечно, запорол первую катку. Поехали. Так, кстати, после этой каточки... Ну, я вам показывал, в принципе, какие у меня бойцы есть. Напишите, какого следующего бойца вы хотели бы видеть, чтобы я апнул на 500 кубков. Вот. Скоро, кстати, видите, я коплю сундучки, скоро будет открытие сундучков. Не пропустите этот выпуск, ребята, я готовлюсь к нему. Я надеюсь, он будет интересным, потому что, блин, ну, я очень рассчитываю на какого-то нового бойца, хотя бы одного, сверхредкого. Я не рассчитываю там на Легу, но, блин, ребят, вы знаете, что ютуберу проще выбить, потому что, ну, в комментариях пишут, блогерам подкручивают всегда. Неважно где, они подкручивают блогерам, короче. Ну и тогда с помощью ваших лайков, подписок, это вообще, это читерный способ выбивать леги. То есть подписался, лайк поставил, бац, лего выпало. То есть, ну, я сейчас шучу-шучу, а прикинь, буду делать открытие, мне реально дропнется лего, и что потом? Потом будет не до шуток. Поэтому подписывайся давай заранее. Так, почему еще 9 бойцов? Я не понял, я не разобрался еще с этой игрой, а вы уже... Блин, Шелли, конечно, напрягает меня. Ну, хоть без пассивок одно радует. Хотя, опять же, 500 кубков как-никак, вот. Должны быть с пассивочками. Ну, это все. Ай! Шелли с ультой. Пошла нах. Пошла нах. Пошла нах. Пошла нах. Пошла нах. Убейте ее! Ну, будет ее кто-то убивать? Да. Нет, 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 не ультуй, не ультуй, не ультуй, я еще не готов. Так, ладно, чуть пониже спустимся. Так, хорошо. О, Роза, пошла вон, нет, Роза, нет, нет, только не я, почему именно я? Сука, бесит, когда вот она вышла, и все, и в тупую за тобой, и ты хрен от нее убежишь. Сука, хрен от нее убежишь, все, тем более там дистанция реально была небольшая. Это 0 кубков, а, это даже минус 1. А, поехали, поехали. Не, ну я удивлен, ребята, в начале ролика я был уверен, что я вам покажу, покажу просто разницу дуо и соло, но, видимо, все поменялось, на 500 кубков нету больше тиминга, тут реально бомжи играют. Ну, не примите, ребята, за оскорбление на свой счет, но согласитесь, играть стало проще гораздо. Сука, ну где вот ее искать? Сейчас ты от дыма сдохнешь. Клац, клац. Давай, давай, мне еще чуть-чуть, я сейчас мишку нафармлю. Оп, 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 оп. Нет, не иди сюда! Еще одна Шелли подходит. Я банку одну стырю. Сука, и как назло, знаете, убил ящик, и банка максимально от тебя далеко выпала. Тут есть? А! О, хорошо. Хотя бы возле меня банка. Так опасно с Шелли играть, серьезно, прям аж ух, мурашки по телу идут, когда вот ты с Шелли пытаешься пвпшиться. А у нее ведь ульта еще. Блин, она сейчас могла меня убить. Я мишку криво кидаю, вообще неправильно. Без предиктов. Ничего, сейчас, сейчас разыграюсь. Так. Так. Ну, блин, ну не... Джесси, не знаю. По-моему, она дохера урона мне нанесет. Лучше не буду. Неудобно тут ее убивать. Так, кольт, кольт, кольт. Тоже далеко. Блин, ну вот это плохо. Вот это подстава, вот это подстава. Фух, не попал никто. А вот это я удивлен. И ульта мимо, и кольт мимо. Ну, прям идеальный сценарий для победы. Так, ладно. Так куда ж ты, блин... Так, ну тут не... Джесси еще сидит, надо не забывать про это. Блин, ну, ну прям вот плохо, плохая... Ай, блин. Позиция сейчас у меня плохая. Сейчас похилюсь немножко. Нет, отвали, отвали. Так, сюда мишку. Оп, хорошо. 4 бойца осталось, есть.
Три бойца. Так, хорошо, стану сюда. Давайте, 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 столкнитесь там. Столкновение, доведите меня до столкновения. Пошла вон, я буду отпугивать. О, убиваем, yes. Что, подойдет, интересно? Да. А я на хилке, а я на хилке. Ну понятно, понятное дело, у Шелли тут шансов побольше. Плюс 8 кубков, найс. Осталось 15 трофеев, поехали, поехали. Не, блин, 500 кубков сейчас не проблема. То есть соло, дуо, без разницы. Я просто хочу вам показать, разницы нет. Не, хотя я хотел в начале ролика наоборот вам показать разницу в том, что дуо интереснее играть. Вот, но в целом разницы нет. Шелли тем более еще проще апать. Реально, вот Шелли она имба, тем более на фофе тогда. Тем более на фофе, блин, с напитком. Вы что, гоните? Там вообще изи Шелли апать. Вот, надеюсь, больше не будет претензий по поводу того, что я играю в дуо. Да даже если они и будут, я в принципе вам говорил, что... Мне, как бы... Не было каких-то ограничений при создании проекта, да, с вашей стороны, потому что мы договаривались, что я создаю аккаунт просто без доната, да, не буду сюда донатить. Вот, но остальное как бы, ну, вы чё, это же нечестно, да, там какие-то уже условия диктовать, может и как... Ну ладно, все, это уже, мне кажется, никому не... Это уже не актуально, уже всем пофиг, соло я или дуо катаю, надеюсь. Да не, в целом, ребят, ну реально же интересно развивать проект. Неважно, в разных буду режимах. И в 3 на 3 для разнообразия тоже буду каких-то персов апать. Я же говорил, что и соло будет, и дуо, и по-разному вообще, абсолютно неважно. Так, ну это хорошо, Нита уже на 500 будет скоро. Сегодня, надеюсь. Дальше у меня там бык 200 кубков останется. Ну я сейчас выберу какого-то перса. Может вы напишите в комментариях, кого бы вы очень сильно хотели. Я бы такой кольта или брока бы попробовал проапать. В принципе, почему нет? Мне кажется, Брока будет попроще. Хотя хзы. Ну, мне, по крайней мере, на Броке несложно играть. У него ульта заряженнее, чем у Кольта. Такая. Так. Блин, как же бесит эти Шелли. О, о, давай, давай. Ха, минус ульта, найс. О, туда надо медведя кинуть. Ну, блин, нет, нет. Ну, куда, куда? Нет, только не я, не убивайте меня, я живу. Я выжил, пацаны. О чудо. Этот что, дегенерат ко мне идет? Боже, какой же он тормоз. Иди убивай быка, иди убивай себе равных. Че ты доколебался до Ниты? Нита тебе не равный, перс. Понимаешь? Не понимаешь? Блин, ну это мишку опять я слил по конченому, ну. Ой-ой-ой, слишком близко подошел я. Да блин, 9 банок, что ему сделаешь? Не, хотя, на самом деле, выиграть можно было. Ребят, последняя каточка. Последняя каточка, я ее сейчас постараюсь затащить. Я думал, будет посложнее, потому что карта такая, блин, себе. Ну, в целом, видимо, я ошибался, либо сейчас реально 500 кубков, типа, вообще, похер кем. Хоть, не, тут Мортиса, на самом деле, нормально играть. Так. Так. Нет, 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 нет. Да, бля. Есть. Я вот с медведем, реально, вот у меня проблемы с медведем. Я его постоянно криво кидаю. Вот вообще, я его ни разу не слил классно. Чтобы максимальный КПД был от него. То есть я вообще его сливаю и его убивают. Сейчас попробую слить нормально. Бля! Уи! Чуть не убил. Да, конечно, играть против Була и Шелли, это играть с огнем. Ёпта, 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 слишком близко. Это слишком близко. Она меня не отпустит теперь, да? Убегаем. Отстреливаемся. Ну нет! Мразота, зажала. Минус один. 10 кубков, это надо топ-1. Окей, поехали. Поехали. Да, конечно. Бесит. Смотрите, тупо одни Шелли. Сука, не добил. Ну и ладно. Блять, и сука, представляете, что она сейчас отхилится и подойдет, заберет банки. О, все, отлично. У меня хоть ульта есть. Да опять, опять медведь не туда. Я думал. Ладно, забейте, короче. Так.
Оп. Нет, смотрите, догоняет. Догоняет, догоняет. Блядь, опять Роза быстро передвигается. Надо... Хочется ее убить. Убью, убью, убью тебя, собаку. Ой, автоатака, сорян. Блин, блин, блин. Блин, нет, 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 нет. Сюда, сюда уходим, сюда. Сюда уходим. Надо топ-1, ребят, брать, чтобы сейчас ровно 500 кубков было. Блядь, Шелли, конечно. О, уже с ультой, уже с ультой. Уже идет, уже идет понтоваться. 5 банок у Шелли. Фу. Ну, ладно, я думаю, что мне посидеть лучше здесь. Пока не рыпаться. Давайте, посидим пока. Посидим, подумаем. Бля, везде Шелли, смотрите. О, о, бегу, 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 бегу. Понял, принял, бегу, бегу. Оп, оп, есть. Зовите еще, если будет такой движ. Такое я люблю. О, что там, одна, два челика осталось, да? Шелли, 6 банок. Так, а еще кто? Надо, чтобы они там между собой, да, шпилились. Ага, отлично, все. Нет, тут Мишка будет. Оп, привет. Ха-ха-ха, ульту в Мишку, лох! Ну все, это топ-1, как я и обещал. Ну если, да, стараться, то отыгрывать можно вообще на изи. Мне же дадут 10 кубков, я надеюсь. Так, у тебя есть ульта, что ты еще хочешь, блин? Че, ультовать будешь? Блин. Соло! Отлично. Ну да, были, конечно, неприятные такие поражения, но в целом прекрасно все. Все, найс, ребятки. Найс. Серьезно. Я доволен. Уже второй перс без доната на 500 кубков. Ух, как много так начисляется. Я люблю скринить. Ну... Вот как-то так, уже второй перс. Так, следующий у нас, ну, БК 200 кубков, там буду параллельно его апать, сейчас у меня нет цели вот прям сейчас БК взять, потому что, ну, как-то мне на нем сложновато. Хотя я могу, но не падлу. Хочу по кайфу играть, а по кайфу мне будет либо на кольте, можно Джесси, в принципе, почему нет. Кольт, Брок, Джесси, вот. Пока, ну, Пока это редкий бравлер, на нем несложно реально будет. На нем реально несложно, я его оставлю на десерт. Сейчас надо прапать на тех персах, которых, ну так, надо прицеливаться, не автоатачить. На Нити, кстати, реально апаться несложно было, хотя думал, что будет как-то геморройно. После Шелли, на самом деле, чуть-чуть сложнее, потому что Шелли имба. Да и Нита, в принципе, анскилл. Короче, ладно, продолжаем, ребятки, развивать мой новый проект. Ставьте лайк, если вам нравится эта рубрика и ждете новых роликов. Кстати, жду вас сегодня еще вечером на стриме. Пишите, кого следующего прапать. А я вам желаю удачи. Пускай вам падают леги, пускай вам всегда везет. И хорошего, ребята, вам дня и настроения. Скоро увидимся. Не прощаюсь. Пока. До новых встреч.